Всех приветствую на своем канале. В этом ролике вы увидите, как я сортирую два вида мяса, закупленных в большом количестве. Шкурку с грудок я удаляю. Возможно, пригодится куда-то в фарш. Пока что еще не решила. Филе срезаю, стараюсь, чтобы было одним цельным кусочком. Косточки же у нас пойдут для супов, бульонов для гарниров. Раскладываю порционы филе по пакетам. Из куриного филе огромное количество существует рецептов. Мы с вами обязательно приготовим что-то вкусненькое. Вот так вот выглядят мои пакетики с куриными грудками в холодильнике. А теперь приступим с вами к баранине. Здесь также я раскладываю все по разным пакетам. Ребра к ребрам, ножки к ножкам. Можно делать ассорти пакетики. У меня примерно так и вышло. Вы, конечно, не подумайте, что мы всегда так закупаемся. Просто сейчас у нас произошла одна, для нас очень, крупная покупка. И нужно было вот запастись, чтобы не бегать в магазин через день. Так удобно. Стараемся подписывать наши пакетики, иначе потом не найдешь, что тебе нужно. Не всегда, конечно, выходит, но стараемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч!